Так выглядит наш отель снаружи. Мы приехали сюда по некоторым рабочим делам. Сегодня воскресенье, поэтому мы решили погулять, а за работу уже возьмемся завтра. Сейчас пойдем Галатапорт. Кстати, очень люблю это место и всегда по приезду первым делом иду туда, потому что там можно посидеть у Босфора, там есть магазины, можно встретить красивый закат. После приезда с мамой я нашла там очень классный ресторан Бинайдын. Хочу туда пойти сейчас с Амиром, потому что он там еще не был. Мы обычно в Бигшефе сидели с Амиром, когда ходили в Галатапорт. Кстати, в Бигшефе тоже очень вкусно. Кстати, очень люблю район Бейугу, Токхане. Тут рядом Галата, тут рядом Галатапорт. Тут рядом электричка, можно доехать куда угодно, наземное метро. Султан Ахмед. Все абсолютно здесь рядом. Дома в Бахче. Везде можно дойти, и все в пешей доступности, либо можно быстро доехать на такси. Отель, район, все бомба, единственный минус покажу. Да, единственный минус, то что... Единственный минус, вот дай мне руку. Прикинь, да? Сейчас бы в больницу поехали. То что он вот на вот такой, да, горе находится. Любимая рубрика «Образ дня». Значит, на мне костюм Charm Store. Очень красивая ракушка. Забыла их запрещенную социальную сеть. Обязательно отмечу здесь. Дальше сумочка Полена. Мои родные любимые Багабары ее мне достали. Я ее долго не могла найти. И балетки Miu Miu. Такой вот красивый у нас образ. Образ Амира. Каждый день. Жинка. Собрала образ. Тут без брендов, девочки. В общем, такие. Гав-гав. Гав-гав. Мяу-мяу. Галатапорт – это место, куда приплывают круизные лайнеры. И вот, посмотрите, здесь... Редко, на самом деле, я их встречаю в свои приезды, но в этот приезд встретила. До этого видела еще только один раз. Эти круизные лайнеры останавливаются, пассажиры выходят, и здесь прям для них и для нас с вами рестораны, магазины. Тут также отели есть тут же. Кто в этих круизных лайнерах путешествует, они обычно по несколько дней останавливаются там по определенному маршруту. Когда они останавливаются здесь, они живут в отелях, изучают город, гуляют, ходят на шопинг. Но и для всех других тоже открыт Галатапорт. Здесь набережная, но она закрыта из-за того, что и плыло судно. А потом вот эти... Мне всегда было интересно, как делают эту стену. Оказывается, это такой механизм, который потом опустится и будет как пол. А я даже этого не замечала. На самом деле, шире же становится, даже потом? Ой, она прям до конца как-то закрыта. На самом деле, я бы очень хотела в лет 40, когда у нас уже будет 5 детей, да, наверное? Когда у нас уже будет 5 детей, убежать от них, путешествуя круизного лайнера. Очень интересно. У меня родители... были в таком путешествии. Мама по сей день вспоминает с такой просто роскошью, с такими горящими глазами. Ей прям очень понравилось такое путешествие по... Вернее, на корабле. Смотрите, какой он огромный. Он аквапарк, да? Да, там есть и аквапарк, и рестораны. Ой, я бы очень хотела бы отправиться на таком. Если не ошибаюсь, то мои родители были на как-то... Какой-то светлый, там, 7, сколько-то континентов. Да-да-да, и они месяц были в таком, на таком судне, по 3 дня останавливались в городах. Индия, Марсель, точно их маршрут не знаю, но мама постоянно вспоминает. И когда я говорю, рассказываю маме про какие-либо путешествия, она сразу начинает. А вот когда мы были в путешествии этом круизном, они много где бывали с папой, но это она вспоминает прям по-особенному. Знаешь, что интересно? Есть такая глубина есть, да, чтобы она вот так стояла. Да, прикинь. Где, если не в Турции, делать обзор
того, что вы заказали в ресторане. Мы первым делом, конечно же, мирджимек. Очень по нему скучаю, безумно люблю. Самый вкусный суп для меня. Тут у нас салат с козьим сыром, орехами, сухофруктами. Безумно вкусный. Мы пришли в Гюнайдын. Здесь обычно открывается на Босфор вид, но сейчас мы смотрим на круизный лайнер. Я особо не могу кушать тяжелую еду, но... Но заказываю, потому что мой муж мне поможет. Но очень хотелось мяса. Они его тут безумно вкусно готовят. И я заказала такое ассорти. Тут и баранина, и курица, и люля есть. Очень вкусно. Амир зато очень любит турецкую кухню. Да, Амир? Какие у тебя воспоминания с турецкой кухней? Расскажи. Ты помнишь ту столовую, которая возле дома была? Да. Такая прям турецкая. Такой, угу. Там, да. Тот мирджимек вообще здесь не сравнится никакой сыр. Да? Ну ты да, забыла, тот вкусный запомнил? Был. Да. Амир заказал кёфте себе с картошкой. В общем, когда мы жили в Турции, Амир уже устал от турецкой еды. Да, она вкусная, да, она сытная, но постоянно ее кушать очень тяжело. Курицы здесь вообще не было нормальной, даже ни в магазинах, ни на ярмарках, нигде. Только мясо. Как будто бы турки с курицей немного не ладят. Даже на продаже не было свежей, хорошей курицы. В некоторых местах вкусно готовят, но все-таки турки как будто бы больше практикуются и хорошо готовят именно мясо. И большой тут выбор мяса, и плюс оно еще очень дорогое здесь. Вот, и Амир настолько переел, у нас была столовая прям у нашего Безима, и там был очень вкусный чечевичный суп. Я помню, мы вечерами ходили, там ели. Так жалко, что я тогда влоги особо не снимала. Поела мясо, и мне уже плохо. Я поела вот такой кусочек маленький, поэтому турецкая кухня мне вообще не подходит. У меня организм очень сложно переваривает мясо. Поэтому Амир толстеет. Потому что... Вот. Я поела половину супа, я больше не могу. Амир всегда смотрит сначала, что закажу я, а потом дополнение к этому заказывает. Чтобы вы понимали по ценам, вот, например, все, что я вам показала, вышло около 9000. В принципе, в ресторане вкусно, сытно, очень вкусно. Не знаю, много это или мало, напишите в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Но года два тут назад тут таких цен вообще не было. Мне кажется, года два назад 1005 бы вышел этот стол, нет? Даже меньше. Даже сколько, меньше. Сколько лет назад? Года два. Меньше. Меньше? Ну. Даже меньше, Амир говорит. Когда мы только приехали, все копейки стоило. Просто копейки. Да. И сейчас курс тот же, как и два года назад, но при этом они цены очень здорово подняли. То есть в Турции, если цены поднимают, в принципе, как и везде, их уже не спускают. Мы на 1000 рублей могли вдвоем так накушаться. Да. Мы еще, я помню, когда здесь жили, удивлялись, что, Мне интересно, сколько воды и хлеба посчитали. А? Сколько воды и хлеба посчитали. А, ну да. Если вы собираетесь в Стамбул впервые, то мой вам совет: в ресторане будьте бдительны, потому что начинают официанты наливать вам воду, и пока вы кушаете, болтаете, отвлекаетесь, уже не заметите, как вам две бутылки воды налили в стакан. Турки очень хорошо умеют это делать. Хлеб ставят, воду ставят. You understand what I'm saying? What? You understand what I'm saying? Yes, yes, yes. Thank you. Вы, говорит, все поняли, все нормально. Он думает, короче, мы возмущаемся на камеру. Нет, все хорошо. Просто раньше так не было. Ну, слушай, как в Европе даже. Слушайте, в Европе, когда мы были, у нас примерно... Нет, подожди, но в Европе мы столько не заказывали. Хотя мы тоже первое, второе заказывали. Короче, Стамбул ничем не уступает Европе. Ну и самое любимое, да, это прогулки у Босфора. Как я иногда, особенно когда мне плохо бывает, грустно, или меня мир обижает, мне так хочется оказаться здесь, гулять, смотреть на этих чаек. Прекрасно. Алимы не хватает, мамину дедька. Смотрите, вот этот лайнер, кстати. А вот чуть дальше Биг Шеф, тоже очень вкусно.
В этих кафешках мы, честно говоря, не были, только в двух. У нас с Эмиром есть такая традиция, мы ее не специально соблюдаем, просто так получается. Если нам понравилось что-то одно, мы будем ходить туда до тех пор, пока нам не надоест даже, да. И заказывать одни и те же блюда. Не знаю, хорошо это или плохо, хотя нужно уметь пробовать разное. Тебе где больше нравится, Биг Шеф или Геннадий? Геннадий. Просто Биг Шеф более такая европейская такая вот. А Гюнайдын прям турецкая кухня, если вы хотите прям окунуться в эту атмосферу еды турецкой, то вам туда. Чисто лишь потом их достанут, дайте деньги. Одна из махинаций Стамбула. Я одну не понял, когда здесь жил, тоже не встретил, слышишь? А? Говорят, типа, когда падает щетка, нельзя поднимать. Щетка? Да, типа обувь там, что-то с обувью связано. А, начинает обувь сразу чистить, ну, естественно. Типа, когда ногу нельзя ставить, что ли, или щетку нельзя поднимать. Щетку поднимать. Кстати, это Галатский мост. На той стороне находится Султан Ахмед. А под этим Галатским мостом ресторанчики, которые... рыбные рестораны, которые ловят мосту. Рыбу на мосту, ну то есть жители им рыбу на мосту ловят, спускаются и внизу продают. Это мне рассказала моя подружка, надеюсь, она меня не обманула. Мы идем к прекрасной Галате. Мы из Галаты порт прошли на набережную Каракёй. А на самом деле Стамбул — это про подъемы, а я их очень люблю. Реально, Стамбул вверх-вниз. Я устала от этих подъемов. Вверх-вниз. Но, чтобы подняться к Галате, долгое время мы ходили подъемы. Потом раскрыли секрет, то, что можно поднять туннели. То есть этот туннель поднимается прям к Истикляль. В общем, вот такие вот дела. Я говорю, что-то в этой стороне подозрительно мало людей. Также туннель. Туннель вот находится вот тут. Чтобы вы понимали, мы сейчас пойдем пешком. Мы, которые только что... Не, может, по воскресеньям не работает? Но мы еще проверим. В общем, мы прошли немножко гору и выходим к лестницам, которые немного смягчат нам этот путь, чтобы мы поели мидий и хазанфер. Я уже голодная. Дальше идем, покажем вам, где самые вкусные мидии в Стамбуле. Спускаемся от Галаты вниз, вот так. Идем вот на вот эту улицу. И идем с вами к мидиям. Эминьони мидий. Очень вкусные именно здесь. Мы в некоторых местах тоже пробовали, нам не было. Так вкусно. Да, мы же здесь были, когда с мамой, они объединили, и вот этот кукуреч, который здесь был, они его убрали. Вот так они выглядят. Мираба. Какие они вкусные. И хочу микс фреш. У нас все стабильно. Миди, фреш, хазанфер и чай. И отправляемся в отель. Амир сейчас нам покажет, как кушают миди. И ни в коем случае не кушайте их на Истикляль, на подносах, где их продают. Приходите именно сюда. На меня не медисе. Лимоном поливаем. Ну как тебе Стамбул летом? Прикольно. Лучше, чем зимой. А так получилось, кто любит теплую зиму, им тоже понравится. Ну да. Я не люблю. Так получилось, то, что мы тут жили во все сезоны, но только не летом. И Амир впервые видит летом Стамбул. Вот эти ваши гюнайдын, пефте, не знаю. Тебе нравится? Один раз была такая ситуация, мы с подружкой зашли, взяли с собой мидии в номер. Думали, ну может ночью покушаем. Подруга вырубилась, уснула. Я съела 40 мидий. Да, прикиньте, я съела 40 мидий. Одна. На 15 минут.
один день просто, я не могу этот день забыть. Пришла очень уставшая, вот здесь сплю. В один момент просыпаюсь от звука, кто-то что-то жует. Нет, я очень долго держалась, я не кушала, я думала, блин, у нее очень чуткий сон. А мне, меня вот подышите, я проснусь. Я думаю, блин, не буду кушать, а это здесь, а когда мидии кушаешь, достаешь их с пакета, еще их ставишь, они, короче, шумят. А мы мидии на ночь брали, и у нас осталось. Я сидела и думала, не могу больше лежать, они что там стоят. Я открыла сначала их аромат. Я думаю, так, вроде не проснулась, а потом открыла, и каждый так аккуратно ела. Просто я пыталась ее не разбудить. Я просто смотрю, что она жует там мидии. Я была такая уставшая, это мне вообще не мешало. Я хорошо, просто тебе не мешаю, ты такая, нет. Она так сидит, кушает, это была очень смешная картина. Я сразу начну с вида. Вы только посмотрите, какой красивый вид открывается с нашего отеля. Видна Галата. Такая красивая, как с картиночки. И абсолютно вот вся вот эта часть здесь, Султан Ахмед, как на ладони. Видно Айс-Софию, голубую мечеть. Посмотрите, и, конечно же, Босфор. Безумно люблю этот вид, он уже как родной. История с этим отелем началась с первой поездки с моими подругами. Мы тут останавливались, и с тех пор мы останавливаемся только тут, и девочки, и я. Но, конечно, со Стамбулом меня связывает не только туризм. Для новеньких я расскажу, что же связывает нас со Стамбулом. Во-первых, нас связал вот этот человек. Я безумно люблю Стамбул, это было мечтой сюда попасть, я, как и многие, хотела, мечтала, бредила, но никак не было повода. И моя подруга Ума летела и сказала, полетели со мной, и я думала, что меня не отпустят, но попробовала отпроситься у папы, в итоге папа меня отпустил, на мое удивление, и я тогда уже была засватана. То есть мне все разрешили, я поехала, а до этого у нас в Дагестане не принято, как бы, и нежелательно девочке летать. В общем, свои законы. Вот, одной с подружками, только с родителями. Раньше я путешествовала только с родителями. Меня отпустили, я прилетела, я безумно влюбилась в Стамбул, я увидела его таким красивым, родным, таким невероятным, когда прилетела с подругой. Через полгода я прилетела вновь с подругами, и... снова влюбилась в Стамбул, снова прям бредила им, думала, блин, что же такого сделать? И я думала, что же такого сделать, чтобы связать себя с этим городом? Я хочу чаще здесь сюда приезжать, чаще здесь появляться, я хочу быть связана со Стамбулом. В общем, как и все девочки, мечтала об этом. По итогу я выхожу замуж, мы летим в свадебное путешествие на Мальдивы. И так получается, то, что мы прямо с Мальдив переезжаем в Стамбул. А я, к примеру, говорила, типа, я мечтаю с тобой в Стамбул поехать, нам нужно обязательно поехать. Свадебное путешествие мы выбрали на Мальдивы, но все равно собирались приехать. Как мы собирались? Неделю в Стамбул мы хотели. Мы хотели 3 дня Каппадокия и неделю, типа, Анталия, Белек, что-нибудь такое. По итогу мы сюда переехали. Мы тут жили, и это, мне кажется, был один из тяжелых, да, периодов нашей жизни. Для меня, честно говоря, да, потому что я тогда только вышла замуж. Возле меня появился новый человек, хоть мы и знакомы, и учились вместе, но все равно после замужества меняется жизнь, ты больше несешь, как бы, ответственность за мужа. Шутка, муж за тебя. Вот, и... я просто из тех девочек, которые выросли под крылом своих родителей. И я везде всегда, я мамина, я папина, я везде всегда бывала с родителями, я везде была с мамой. И для меня это был прям такой небольшой стресс, хоть я пыталась не показывать то, что мы переезжаем в другую страну. Но это всегда было моей мечтой, и я рада, что в моей жизни был такой опыт. Конечно, по итогу года жизни в Стамбуле я-то летала в Москву, прилетала обратно в Стамбул, к Амиру. Но чаще всего я бывала здесь, да, Амир? Амир скажет, нет, ты туда улетал. Я не знаю, как он меня отпускал, сейчас бы в жизни он не отпустил. Но Амир безвыездно был здесь.
И жить в Стамбуле, и гулять – это абсолютно по-разному. Потому что я долгое время, я же люблю Стамбул, и я долгое время на Амира обижалась, когда он ругался на Стамбул и говорил что-то на турков. Я говорила, ты просто их не понимаешь, мы же в чужой стране, это нормально, мы должны типа пытаться с ними поладить. А долгое время я немножко даже меня это как-то задевало, потому что это моя любимая страна, мой любимый город, и когда Амир что-то говорил, меня это задевало. По итогу, когда мы переезжали обратно в Москву, я сама бежала отсюда. Я сама говорила, поехали, поехали домой быстро. Нет ничего лучше дома, и я безумно люблю Москву за все то, что она нам дает, за эту легкость, за родных рядом. В общем, вот так. Стамбул, он очень съедает энергию, он очень большой, и тут многое зависит от района. Мне кажется, если бы мы тут в углу жили, было бы нормально. Просто мы были тогда молодые, мы переезжали, типа, вот, мы навсегда. Вот было бы прикольно бы пожить год вот в этом районе, нет? Год нет. Почему? Много. Немного. Не знаю. Кто-то нам говорит, вы просто выбрали не тот район. Кто-то нам говорит... Хороший район. Да, кто-то нам говорит, типа, вы не там просто, не туда поехали. Стамбул уже большой, вам нужно было на европейской части жить. Но дело не в районе, дело не в том, где мы жили. Дело в расстояниях, дело в отношениях, когда ты не в своей стране. Потому что здесь прям чувствуется, когда ты здесь живешь, вот это вот, как называется, разница между тем, как они относятся к своим, и между тем, как они относятся к не своим. Вот. Еще все думали, что Амир араб. Да? А, здесь? Да, здесь же думали, что ты араб. Мне прям очень хотелось Амиру показать Стамбул таким, каким его вижу я, когда приезжаю, что я вижу, потому что он тут был у себя в квартире. А, то есть мы сейчас остановились в отеле, в хорошем райончике, гуляем, никуда не спешим, ни о чем не думаем. Хотя эта поездка у нас еще и рабочая, но пока не буду раскрывать все карты и говорить, зачем мы прилетели, но и погулять, отдохнуть тоже имеет место быть. Но, между прочим, Амир вчера сказал то, что да, такой Стамбул мне нравится. По плану будет прогулка у Босфора, и вообще Стамбул — это для меня Босфор, я безумно люблю все, что связано с водой, будь это море, океан, река, без разницы, я очень люблю проводить время у воды, прям сутками, потому что я выросла у воды, Каспийское море, Махачкала. У нас свой ресторан в Дагестане прямо у воды, и я там провела все свое детство, поэтому я прям могу находиться часами, меня это очень успокаивает, мне это очень нравится. И я заметила, куда бы я ни пошла в Стамбуле, какие бы локации я ни посмотрела, они обязательно бывают у Босфора. Все прогулки, все места, в общем, как-то так. Пришли в Чилаи, посоветовала подруга. Мы в районе Бибек. Отсюда отплывают яхты. Будем кататься сегодня. У нас такой прям день для Босфора. И сейчас у нас есть 2 часа, чтобы перекусить, погулять. Очень нравится этот ресторан, берите обязательно на заметку. Мы ничего не бронировали, просто пришли и по факту сели. Заказала себе суп с брокколи, очень интересно еще и попробовать их кухню. Вид, конечно, отменный. Мы очень голодные, поэтому еще заказали пасту с морепродуктами. У меня традиция пробовать ее абсолютно везде, уже могу писать свой список по пастам. У Амира то же самое, только у него по бургерам. Где был самый вкусный бургер в твоей жизни? Да? У дома? У нас у дома есть кофейня. Кафешка, наше место. Мы не будем раскрывать название. И там Амира любимый бургер. Тут у нас пицца 4 сыра. У меня непереносимость лактозы. Но ладно. Я не пила где-то 2-3 недели. Нет, уже сколько? Я, короче, когда была беременна, очень много колы пила. Прям ужасно много. Прям я утром просыпалась, пила колу, у меня была изжога, естественно, там на беременность свои бзики. И у меня эта привычка после беременности осталась. Сейчас я пью колу раз в месяц. Видите, не вру, потому что не было никакой реакции. А, вот,
стараюсь вообще не пить колу, не заказываю домой, не покупаю. Поэтому сегодня можно, потому что у меня стресс. Стресс у меня, потому что взломали мой запрет грамм, и те, кто на меня подписан, знают это, видят, наблюдают. И мне очень сложно, потому что я безумно хотела отдохнуть в эту поездку в Стамбуле, заняться новыми делами, провести время с мужем. Я прям ждала эту поездку, хоть мы и спонтанно решили полететь, но все же. Я очень надеюсь, что когда этот влог выйдет, у меня уже будет доступ к моей странице. Я очень на это надеюсь. Я обязательно расскажу про то, с чем я столкнулась, чтобы уберечь своих коллег, чтобы уберечь вас, чтобы вы не попали в такую ситуацию. Потому что у меня такое ощущение, что я в каком-то фильме, где с меня требуют деньги, и если я их не перечислю, в общем, жесть. Сложно, тяжело, и мне кажется, если бы не мой муж, я бы давно их перечислила. Мне все говорят, не ведись, подожди, дай время, ты решишь. Посмотрим. Пока что так, пока что грустно и плохо. Чтобы вы понимали, вышло где-то 3600, это, по-моему, 10-200, что ли, где-то вот 10 тысяч. Все, что мы заказали, и сказать честно, это очень дорого для Стамбула, потому что мы на двоих ели так в Европе, и Стамбул очень подорожал. Раньше вот это все мы заказывали 1000 на 4, максимум на 5, сейчас же 10 тысяч. Сейчас Амир придет, будет в шоке, потому что для Стамбула это безумно дорого. Вот самое дорогое блюдо. Сколько счет, посмотри? Сколько? 3600. Знаете, дело не в том, что нам жалко или что-то. Мы всегда оплачиваем, когда это того стоит, когда... Ну, нет такого, что мы жалеем денег, но когда это не обоснованно, и ты знаешь, когда... Ну, может быть, это и обоснованно, не знаю. Но когда ты понимаешь, что раньше ты отдыхал, ты мог до 10 тысяч 3 дня в Стамбуле питаться, ты понимаешь, что, блин, вот разница большая. Ну, конечно, эта паста была дорогая, 3 тысячи, и безумно невкусная. Поэтому где-то заведению сколько поставишь, Амир? 3. Ладно, из-за вида 5. Вид прекрасный, чайки, голуби, все мы тут сидим. Халкидон. Халки означает медь, дон является рудником. То есть это были старые греческие медные рудники. Это было первое поселение на всем Босфоре. К большому сожалению, понятно, что у нас здесь все остались только турецкие постройки, очень красивые старые мечети 19 и 20 века. Но при разрушении старых зданий, либо вот этих новых новостроек, все археологи Стамбула и Турции слетаются на это бедное строительное место, как орлы, и пытаются раскапывать как можно быстрее, и все. Это какая-то передача такая.
Нет же. Вот, так делают. Вот это дом. Это дом зимородков. Назовем его так. Конечно, там много сериалов снималось. Да, там у нас снималось там ее зимородка. И что самое интересное, этим домом у нас владеет семья Сабанджи, как вы сказали. Ага. Чежма. А Хандейр Чел, жених получается. Ну, девочки поймут. И что самое интересное, они, конечно, получают с этого огромные деньги, но ни одну из этих, скажем, денег, долларов либо лир, uh-huh. они не тратят на свою компанию. Uh-huh. Они все отдают в детский фонд, благотворительность. Uh-huh. Молодцы. Амир, короче, он как ты хочешь, так в сериале запрыгивает в свою яхту и едет по своим делам. Yeah. Ну что, мы покуражились и идем дальше погулять. Что я хочу сказать насчет аренды такой яхты и прогулки на Босфоре. Обязательно вам это нужно, вам это надо, обязательно по приезду, особенно если вы с семьей, с подругами, я вам прям советую провести данную прогулку и обращайтесь в Кураж Вояж, потому что у них всегда хорошие яхты, ухоженные, все чистенько. Также у них есть гид, который все расскажет на русском языке, на английском, абсолютно на любом языке. Кураж Вояж есть в Стамбуле, в Санкт-Петербурге, в Дубае, в Москве. И мы были во всех городах, и абсолютно везде нам понравился подход ребят. Нам провели экскурсию, помимо тех достопримечательностей, которые мы вам сняли, показывали другие тоже, но в моменте был очень сильный ветер, поэтому мы не смогли снять. В общем, вот так, обязательно вам рекомендую такую прогулочку. Отправляемся сегодня на Азию. Все мы знаем, что Стамбул делится на Европу и на Азию. В Европе, конечно, хорошо, классно, много историй на этой стороне. И чаще всего, ну, в принципе, всегда, когда приезжают туристы, также когда приезжаем мы даже, мы останавливаемся на европейской части, потому что все-таки больше локаций и прочего есть на европейской стороне, и дела всегда бывают тут. Но на азиатской стороне вы увидите абсолютно другой Стамбул. Там даже люди другие, там другие люди, там другие таксисты. Там очень классно, и мы сегодня отправляемся туда. У нас там с мужем есть наш любимый ресторан Якомос. Пойдем на Якомос, будем смотреть с вами на мосты и как мы отправляемся с европейской на азиатскую сторону. Можно доехать на такси, можно доехать на вапор. На вапоре с станции с района Имениню приезжаем сюда на наземном метро и отправляемся. Обязательно берем с собой симит для себя и для чаек в дорогу. И чтобы вы понимали, дорога займет минут 15. Вот люди уже отправляются на свой вапор. Здесь также проходим по Стамбул-карте. А, он уже отплывает, Амир, по-моему. Нет? И бежим, чтобы успеть. Просто представьте, для людей это обычный транспорт для передвижения, а для туристов это своего рода развлечение. Помните, я говорила вам про любимый ресторан? Забудьте. В прошлый приезд мы приходили сюда с мамой. Мне моя подруга, которая знает Стамбул все, как все пять пальцев, Шуня, показала это место, сказала, на азиатской стороне тут очень вкусный балык экмек. И мы сейчас возьмем быстренько его с собой. И Амир еще, несмотря на то, что он жил в Стамбуле, он не видел мосты сверху. Он, то есть, их видел с корабля, с города, но не видел со смотровых сверху. Именно поэтому мы не пошли сегодня в ресторан, мы пойдем попозже на азиатской стороне. Быстренько отправимся в парк, чтобы Амир увидел. Я там уже была с подругой той самой Шуней.
и мы быстренько отправимся туда до закрытия. Потому что зимой он работал до 5, а летом он работает до 8. Сейчас 5:30, и я надеюсь, что мы успеем. Сюда, рассчитайте время так, чтобы вы здесь провели пару часов, возьмите с собой перекусить, попить, поесть, провести время, и обязательно что-нибудь постелить на газон, чтобы посидеть. Здесь-то в парке есть где сесть, но эти сиденья, сидушки закрыты деревьями. Там есть такое небольшое поле, куда вы можете сесть, и деревья не закрывают вид, можете смотреть на прекрасную картину, которая отсюда открывается. Я на самом деле безумно люблю Стамбул, он каждую поездку раскрывается абсолютно по-разному. И еще очень важно, с кем вы приезжаете в Стамбул, потому что я заметила, приезжая с подругами, Стамбул совсем другой, приезжая с мужем, Стамбул другой, приезжая с мамой, он открывается совсем другим. Нет такого, что с кем-то веселее, с кем-то хуже, с кем-то лучше, просто он раскрывается по-разному. Идеальный ужин в Стамбуле. Первый прием пищи за день. Первый прием пищи за день. На удивление, да, хотя в Стамбуле 6 часов покушать, это какое-то преступление. Сегодня мы в ресторане Якомос на азиатской стороне, а тут открывается красивый вид. Посмотрите, какая красота. Везде Москва. Небоскреб. Я заказала себе тавук на гриле. Очень соскучилась по такой простой еде. Конечно же, мерджемеку, амиров кефте с сыром. Все как обычно, все как он любит. Очень любим этот ресторан. И когда бываем на азиатской стороне, обязательно ужинаем здесь. Ощущение, что мы только едим и ходим по магазинам. Но на самом деле, как это в Турции не поесть турецкий завтрак? Он у нас есть в отеле тоже, но Амиру там он не понравился, поэтому мы пришли прям где Галата. Мы тут завтракали с моей подружкой Таней, и нам очень понравилось. Называется Rolls Papillon. Вот, напротив Вияна. Кстати, впервые вижу эту Вияну такой пустой, потому что там нет света. Обычно бывает очередь. Что входит в турецкий завтрак? Тут у нас сыр, колбаса, естественно, халяльная, сыры разных видов, помидоры, огурец, бюрек. Бюрек – это такой вот как бы хлебушек с прослойками творога. Яйцо, оливки. Вот, дальше здесь байкаймак, очень вкусный, безумно. У нас в отеле его нет, я страдала все эти дни, потому что я завтраки турецкие люблю только из-за него. Здесь джем, оливки, масло и, конечно же, капучино. Та самая Вияна, которая открыта, прям с видом на Галатскую башню. Мы настолько переели, мне кажется, в Вияне все десерты, что уже нет сил и желания особо кушать их. Но думаю, что перед отъездом вечером мы это исправим, потому что хотя бы один раз нужно поесть, раз прилетели в Стамбул, да? Если вы хотите все масс-маркеты и не хотите ехать в торговый центр, а вот так вот прогуляться по улочкам Стамбула, то обязательно приезжайте на Истикляль. Истикляль – это вот такая длинная улица, где и Zara, и H&M, все абсолютно есть. И я хочу вам сказать про этот трамвайчик. Я каждый раз думала, блин, почему люди на нем едут? Почему просто нельзя взять, прогуляться по улице? Ведь столько магазинчиков. Ну, прикольно, погулять, все дела. А сейчас мы не хотим там гулять, но нам нужно на ту сторону, на площадь Таксим, чтобы попасть на Нишан Таши. Мы решили пойти пешком. Я говорю, блин, Амир, так неохота идти по Истикляль. И он говорит, можешь по трамвайчике поехать, чтобы вы понимали. Я в Стамбуле была, наверное, раз 40, но ни разу на нем не ездила. Справа. Ой, это он рулит, да?
Да. Вот так это все и происходит, девочки. Такой руль, как будто игрушечный, да? Пару минут, и мы вот уже на площади такси. А, сказать честно, нет такого, что обязательно советую прокатиться. Просто если вам необходимо, и вы не хотите долго идти, то, пожалуйста, минут 7, и вы на обратной стороне Истикляль. Это, кстати, мечеть Таксим. Сделаю такой немного обзор на номер, и мне так странно делать обзор на этот номер, потому что мы здесь останавливались 1000 раз, и как будто бы это уже такой стамбульский дом, как говорит Шуня. В общем, вход прямо в номер. Здесь вот такая большая ванна. Джакузи, в котором мы столько раз здесь были. Мы ни разу в этом джакузи не купались. Никогда. Она просто есть. То есть мы тут сушим обычно свои вещи. Ванна, ну и вот в целом сам номер. Все очень удобно рассчитано. Здесь шкаф. Здесь сейчас мы будем собирать уже, разбирать свои вещи. Все, в принципе, как обычно. Это мой муж. Здесь стол. Ну и самое важное, то, ради чего мы останавливаемся именно здесь, это, конечно же, ради этого вида с номером. Только у VIP-номеров открываются какие-то панорамные большие. Попали в момент отплывания. Сколько дней он здесь был? 4 дня он здесь был. Приплыл в момент нашего прилета в день. Туда, откуда начинается Стамбул. И, в принципе, мой Стамбул начинается именно с этого места. Площадь Султана Ахмед. Посмотрите, какая здесь красота. Здесь мечеть голубая. Здесь Айя-София. Айя-София была то храмом, то мечетью. Потом некоторое время была она музеем. Сейчас же она на втором этаже, ну, сейчас же она мечеть, но первый этаж открыт для туристов, как музей, а на втором этаже уже могут попасть мусульмане для того, чтобы совершить молитву. Очень люблю на закате приезжать на площадь Султана Ахмед для того, чтобы так посидеть, посмотреть на все. И здесь голубая мечеть, тоже безумно красивая. Мой Стамбул начинается с площади Султана Ахмед, и всегда такой детский трепет, потому что первый раз, когда я прилетела с подругой, мы остановились прямо здесь, у площади. Отель прямо через, вот где наземное метро, через рельсы находится. Мы сразу бросили вещи в номер и выбежали гулять, и часа два провели на площади Султана Ахмед. Гуляли, наслаждались этой атмосферой стамбульской, а потом отправились к Галатской башне. Поэтому я по-особенному люблю это место, люблю здесь гулять, сюда приезжать на закате. Очень здесь уютно и комфортно. Но это, как я и говорила, голубая мечеть, тоже безумно красивая. Вообще, Стамбул — это про пешие прогулки, и по всем достопримечательностям, в принципе, если разбираться по картам, можно прогуляться самостоятельно пешком.
Первое время мне, конечно, было тяжело адаптироваться, потому что я, в принципе, теряюсь по дороге, когда иду куда-то. Но сейчас уже я спокойно хожу по всем локациям, уже знаю, куда пойти, как пройти. Но первое время, конечно же, муж, подруги, которые знали город. Сейчас мы хотим прогуляться от Султана Ахмета до Бейлу, до нашего района. То есть мы пройдем Галатский мост, Каракёй, Галатапорт снова. Везде прогуляемся. Кстати, я заметила, что в Стамбуле как будто бы летом грязнее. У тебя нет такого? А мне кажется, это туристы, что ли? Не знаю, как будто бы летом больше мусора. Ну, наверное, да, из-за того, что туристов прям много. Но не зря говорят, что в Стамбуле летом очень жарко, и комфортная температура бывает только где-то после 5, да? Да, после 6. Вот сейчас 6 часов вечера, очень комфортно, а днем прям очень жарко, безумно. А мы с мамой прошла, знаешь, где останавливались? Вон там отель, тоже такой неплохой. Он назывался Вок. Кто хочет отель на Султан Ахмете, посмотрите в букинге Вок. Очень хороший отель с видом на Айя Софию. Вон он там находится прям. Заметьте, много таких кафешек, где при вас прям готовят такие. У нас в Дагестане это будет называться чуду. У них, наверное, как-то по-другому. Вот я вижу даргинский чуду с зеленью, девочки. Очень вкусно это. Мосту. Здесь турки ловят рыбу, кто-то домой, кто-то идет и сдает ее вниз в рыбные рестораны, которые находятся под Галатским мостом. Не знаю, честно говоря, какой точно, но мы с подругами заходили в один ресторан. По-моему, это был, когда заходишь, третий. Там на самом деле была очень вкусная рыба, очень вкусно приготовили. И прямо в Босфоре классно посидели. Номера из любого ресторана, из моста, из корабля. Уже подходим к нашему району. Видимо, в тот день мы пришли прям поздно, поэтому он был закрыт. Закидываем деньги на Истанбул карту и без труда и проблем отправляемся. Через 6 минут он приедет. Все-таки мы с Амиром сдались и пришли, поели каждый по порции хазарфена. А тот самый ресторан, Вияна, кофейня вернее, где заказывают тот самый Себастьян, но мы его в край переели, поэтому у нас хазарфен, он не надоедает. Здесь у нас идет крем, бананы, шарики такие, как в конфетах бывают, орехи? Хрустящие, да. А, клубника. Да почему они так орут, эти турки? Я не могу. Никогда не ем этот крем. Слишком сладко бывает. Сливки, вернее. И банан. Очень вкусный десерт. И прям с видом на нашу красавицу. Людей, конечно, тут всегда толпами. Хотела начать этот влог с самой Каппадокии. Мы летим в Каппадокию. Но... Извините, это что такое? Где люди? Мы полностью прошли онлайн-регистрацию самостоятельно. И вот сейчас оформляем багаж. Здесь нет человеков. Есть помощники, но нет, кто оформляет. Вот через такие аппараты. Нет, я, конечно, такое видела, но чтобы совсем людей не было, я не видела. Этот приезд в отель безумно долгожданный и безумно желанный, потому что если я раньше хотела очень попасть в Каппадокию, увидеть всю эту красоту своими глазами, так я прилетела еще и с подругами. Мы прилетели просторам, расскажу такую предысторию.
Мы прилетели с подругами втроем, я, Таня и Шуня, Престуром. Мы были в Анталии, потом прилетели в Каппадокию, девочки. Мы здесь были 3 дня. И 3 дня шары не взлетали, вы представляете? Поэтому, когда мы были в Алюля, там тоже летают шары, и там они не взлетели. Мне уже кажется, что это просто какой-то фотошоп у всех на фотографиях и видео, и я так хочу увидеть эту картину своими глазами. Мы уже пришли в отель. Так называется наш отель. Zara KV Hotel. Симпатично. Я была уже в Каппадокии, как я и говорила ранее. И отель, где мы останавливались с девочками в прошлый раз, тоже очень классный. Но там было забито все. Как я поняла, хотя я думала, что летом здесь слишком и очень жарко. Как я поняла, сейчас наоборот самый сезон. И туристов здесь полно, потому что рейс был прям очень забитый. На территории отеля есть 3 террасы. Первая, вторая и третья. В 5:30 утра можно отсюда наблюдать прекрасную картину. Завтраки тоже входят. В принципе, мне нравится этот отель. Он такой большой. И здесь есть террасы, откуда прям видно шары. Потому что не со всех отелей видно. Честно говоря, не могу сказать, сколько нам обошелся этот отель, потому что было очень лень все бронировать самостоятельно, и мы забронировали через наших туроператоров. Мы бронируем через Premium Travel, они нам все всегда бронируют, оформляют, и туром с билетами у нас вышло около 130 тысяч. Но это опять-таки зависит от сезона, потому что можно даже дешевле сюда приехать. Ну и по классике обзор на наш номер в Каппадокии. Здесь, как заходите, у нас сразу джакузи. Вид, кстати, отсюда тоже будет видно шары. Потому что это здесь эти смотровые, тоже будет видно. Далее здесь кровать, тумбы, все из дерева. И все в таком стиле, прям добавляет шарма. Камер очень сильно нервничает, потому что хочет спать. Прям нервничал, пока он здесь был. Ну и в принципе ванна, где мы будем снимать с вами рилсики. В Каппадокии запах села. И Амир первое, что сказал, когда заехал, что у меня в селе так же. С какого это села? Балхарцы, здравствуйте. Мы у вас. Цуликана, Балхар. Сила, да, Амир? Ну что, мы выспались, вышли уже из номера. В Каппадокию мы прилетели прям под утро. Во сколько? 6-7 утра где-то. А в Каппадокию можно прилететь через Стамбул. И, конечно же, мы первым делом пошли обменять деньги, вернее, снять с банкомата, но банкомат нам их не выдал, поэтому будем расплачиваться картой. Картой тоже можно расплатиться. И пришли, естественно, покушать. А, домашний хлеб. Никуда без мержемека. Как тебе? Я по мержемеку могу определить, вкусно в ресторане или нет. Домашний хлеб. Помидоры, огурцы. Мне кажется, люди думают, что мы постоянно себя кушаем. Я не съела то, что мы съели, чтобы вы не были в шоке. Все съела Мир, я пила чай. Самый вкусный чай. Я не любитель чая, я не могу пить чай. Только Паледете. Никогда не пью черный чай, но очень люблю чай Паледете. Но сейчас не о нем, сейчас о турецком чае. Когда я бываю в Турции, я могу чай пить бесконечно. Ну, потому что, в принципе, капучино готовить они не умеют. Ресторан называется Кале Террас Рилстарс Ан. Находится вот прям вот в центре Гюрме, где мы находимся сейчас с вами. Очень вкусно. У нас вышло где-то около 6 тысяч, да? Около 6 тысяч. Мы заказали 2 блюда, салат, 2 супа, хлеб. Ставлю плюс. И напитки. Ну и десерты. Плюс здесь очень такая милая, уютная веранда. Давайте я вам покажу немного Каппадокии. Как сказал Амир, как у нас в Цуликана. Цуликана и Балхар, только есть этот, да? Только чуть асфальта. Только асфальта побольше. Здесь не похоже на Цуликана и Балхар, похоже вон там. Ну, когда поднимаешься. Здесь на Микиги похоже. Ну да,
такой. У нас, ты чисто умоляю мир на нее. Иу! Че ты орешь, женщине? В Турции не такое встретишь. Я не представляю, чтобы моя мама или мои тети, или мама со стороны Амира ехали вот так вот на квадроцикле. По-классике показываю вам атмосферу города. Вот тоже едет. Туристов очень много. Японцев, корейцев, китайцев, американцев, европейцев. Так, пойдем в местный маркет с вами. Вода, вода. Здесь можно купить абсолютно все, даже шампуни. Девочки, я купила машину. Да. Приехала в Каппадокию за машиной. На самом деле эти машины для фотосессии. Не знаю, слишком кринжово делать эти фотосессии в машине на фоне шаров, но мне так хочется. Это как будто бы моя какая-то детская мечта. Потому что когда я раньше видела эти фотографии, шары, рассвет, эти кабриолеты, старинные, да, они? Я такая, мечтаю об этом, хочу. А сейчас такая... Не кринж ли это? Вот здесь уже начинается Цуликана, да? Амир. Да. Вот такого асфальта нет. Цуликана, да, прям село-село. И в этом кайф, на самом деле. Я не понимаю села городского типа. Не понимаешь села городского типа? Села городского типа. Ты как будто, ну, в пригороде каком-то. Весь село... вайб портится, да? Село, да, в селе обязательно туалет должен быть на улице. У обрыва. Да, у тебя там с кнопки, это не село. Вот так наш домичка выглядит снаружи. Очень любим встречать рассветы и закаты. Рассветы, конечно, как молодые родители, мы встречаем довольно-таки редко, но закаты стараемся не упускать. Поэтому идем смотреть закаты. Вроде бы это местная смотровая площадка. Кажется, что далеко идти, да, вообще зачем? Кажется, что очень далеко. Я думала, на самом деле, что нужно поехать на машине. Но нам сказали, минут 10, и вы дойдете. Опять-таки, Каппадокия, это тоже про подъемы. Каппадокию не сравнить, но я как вспомню Каппадокию, эту Алюля, влог вы можете посмотреть на странице, я думаю, он уже выйдет к этому времени, пока выйдет этот влог. А какое твое самое лучшее путешествие было из всех, которые у нас были? Таиланд? Да. У Амира это Таиланд. У меня каждое путешествие, оно вообще несравнимо с друг другом, потому что у каждого путешествия абсолютно разные вайбы, все это разная атмосфера, локации, люди рядом. Но если выбирать, в первую очередь, конечно же, это Мальдивы. Естественно, понятно почему, райские острова и наше первое путешествие с мужем. И также второе, наверное, по эмоциям и впечатлениям, это Аль-Уля. Аль-Уля. Мекка, Медина я не считаю за путешествие, потому что это было паломничество, но с этим, конечно, не сравнится ничего и не будет. Везде балкончики с видом на закат, на рассвет. Сейчас поднимемся вон туда. Ребят, ну, конечно, согласитесь, что турки молодцы. Просто взяли, чтобы завлечь туристов. Вот взлетает шар. А, оказалось, тут платный вход на смотровую 20 лир. Покажи нам. Я ему дал деньги, он просто вытащил с пакета чек. Какой есть, возьми. Уважаемая Республика Дагестан. Мои любимые, мои родные. Не знаю кто, но, пожалуйста, сделайте то же самое. Конечно, это, наверное, тяжело и не так легко, как кажется, но
Я, честно говоря, удивлена, что у нас в России еще не сделали такое. Может быть, где-то есть, а я не знаю. Там интернет быстрее, поэтому там орали. А ты за кого болеешь? Просто... А кто играет? Испания, Англия. Как просто болеешь? Ты там орал, кричал. Ну, баба, блин, Валя, как они все радуются. Пойдем туда, где эмоционально. Там, короче, чуть раньше интернет работал, и Амир говорит, Испания выиграл, пойдем. Ой, час ночи, нам очень захотелось кушать, потому что мне вернули мой запрет грамм. Он все эти дни был взломан ужасными людьми, и только сейчас я получила доступ. Просто это я, это все мои проблемы. Тот день, то утро, ради которого мы здесь все с вами собрались, это полет на шарах воздушных. Сейчас сколько? 4 утра. Шары взлетают всегда очень рано. За день вы бронируете полет на шаре. Вечером вам говорят, будет взлет или нет. 80% всегда он на утро взлетает. Остальные 20 он под вопросом, потому что решать только погоде. Он взлетает, если ветер не превышает 10 метров в секунду. Сегодня он говорит, будет 9 метров в секунду. Да. Надеюсь, 10 не будет. Полет на шаре на одного человека на данный момент, 24-й год, июль, стоит на одного 12 тысяч почти. И у меня подруга была здесь в 22-м году. Внимание, полет на шаре на двоих стоил 4000 рублей. Цены вот через суд. Мне очень интересно, что будет через пару лет. Наверное, на одном будет уже 2000. Thank you.
машине посидеть. Заберите мои деньги, но оставьте меня в машине. Это он мутку делает. Знаете, самый такой страшный момент, это когда ты только взлетаешь. Когда ты уже взлетел, это все так плавно и спокойно. Встречи рассвета в этот самый красивый. Ты как будто бы себя ощущаешь в каком-то мультике. Ну, прям я об этом мечтала. Я очень хотела покататься на шаре в Каппадокии. И посмотрите просто на мою главную фотку. Девочки, это работает. Тут у меня Каппадокия, семья, спорт, отдых с семьей планируется, который больше пилатеса и деньги. Деньги. Мы сели прямо на машину, на прицеп машины. Опытный пилот. Расскажи, какой компании мы летаем. Какая КП компания? Чисто шар. Типа у нас корзина. Двойной аттракцион. Зацепили на машину, сейчас будем ездить. Тебе понравилось? Да. И выбирайте места крайние угловые. Да. В середине неинтересно. Угу. В середине не то. Крайние угловые, они там класс. По 4 человека. Ставлю сегодняшнему дню утру 10 из 10. Главное еще сейчас позавтракать. Да. Короче, там шампанское наливают, и мы первые бежим. Как будто бы мы пьем. Но оно безалкогольное, но все же. Вот так нас было много человек. Вот такой тут у нас теперь пир. Не хочешь трогать, насколько плотно идем? Давай. Другие выпивают шампанское. Приземлились мы. Надо тронуть шар. Блин, такое тонкое. Тонкое? Реально, как будто пощёвка. Окей, you are ready? Oh, 1, 2, 3. Да. Это моя вечеринка. А вот наша машина. Да, я же говорю. Как будто лимонейд. Фу, противно. О, не пейте. Как будто, знаешь, шипучку в воде разбавили. Как будто бы тарафлю с малиной. Да. Даже. Прикиньте. Только представьте, вот это все. Ручная работа. Очень прочная, аккуратная, красивая. Умоляю, 30 тысяч а это видео. Вот где мы. Нет, это не мы. Я вот мы. Я в шоке, чё? 30 тысяч видео. Неужели есть люди, кто это покупает? Да, купили же. Серьезно? Да. Так, мы уже в автобусе, посмотрите, нам дали вот такой вот пакетик. Как это мило. Посмотрите, здесь вода. Очень, я считаю, молодцы, потому что салфетки влажные, сок, который я дам Амиру. Пакет какой? Пакет, да, кая. И круассан. Я была очень голодная, поэтому это прям супер мило. Молодцы даже. Кая, ставлю вам 10 из 10.
Это ваше шампанское было похоже на Тарафлё, остальное все супер. Вот, вот так называется фирма. Если вдруг будете в Каппадокии, взлетайте с ними. Так, у нас случился переезд, как я и говорила. Мы приехали в Каппадокию на пару дней, чтобы успеть увидеть шары и покататься на них. И на всякий случай, вдруг шары не взлетят, чтобы хотя бы в один из дней застать их полет. В Каппадокии сейчас сезон, как ни странно, здесь очень жарко, днем делать нечего, но туристов безумно много, особенно Китай, Япония и Европа. И не было номера, где мы можем остаться все... У нас было вообще 4 дня в Каппадокии, на 5-й день уезжаем, но мы решили все-таки один день остаться в Стамбуле, и один день в отеле у нас сгорел. Но вот один день мы были в одном номере, который я вам ранее показывала, тоже хороший. 2 дня будем в этом номере, это считается люкс номер, он большой, он просторный, тоже со своим джакузи. Такая маленькая мебель здесь даже, такая аккуратненькая. Мне кажется, что у них какое-то свое производство по изготовлению такой мебели. Кровать, джакузи. Это все камни. Прикиньте, зимой здесь бывает очень холодно. Здесь диванчик, стол для важных переговоров. Умоляю, кровать там, телевизор здесь. Ну, в принципе, напротив дивана. Да и телевизор мы не включаем. Здесь у нас ванна, тоже попросторнее. В общем, все то же самое, просто попросторнее. И плюс этого номера, что здесь своя терраса. То есть здесь можем отдыхать, сидеть. Мне нравится. Тебе как, Амир, какой больше номер нравится? Этот просторный, да? Амир сказал, правда, здесь нет окон, но неплохо, потому что в том номере прям окна были напротив кровати, и мы закрывали все равно их и не раскрывали, потому что там люди проходили, и было все видно. Конечно, когда ты прям там, ты испытываешь другие эмоции, но и отсюда тоже красиво. Они будто бы сначала разлетаются в разные стороны, а потом уже идут ближе к городу. Я надеюсь, что они ближе сюда. Так, девочки, большая просьба. Когда увидите за Инстаграме мои фотографии, вы просто обязаны пролайкать, потому что их на самом деле очень тяжело делать даже. Амир старался ради жены, я старалась ради вас. А, так еще помимо этого тут полно людей, так еще и нужно успеть, пока шар летит, пока он в одну сторону долетит, потому что на самом деле фотки делаются здесь сложно, но мы находимся прямо на скале. Вы только посмотрите, где это все происходит, просто что происходит за кадром эстетичных фотографий. Мы тут уже успели все понять, кто какой человек за это время, да, Амир? Да. Расскажи. Много русских здесь. Да, здесь много русских. Амир уже хочет кого-то отдубасить. Потому что вот эти вот странные японцы очень наглые. Китайцы или кто, они не знаю. И они заходят и всем мешают фоткаться. А она мешает им фоткаться. Короче, здесь все взаимосвязано и тяжело. На мне очень красивое платье от Гафар. По 10-бальной шкале платье, как оцени? Красиво. Ну, по 10-бальной. 10 баллов. 10 баллов. Конечно, когда я сказала, здесь нельзя сказать. Покажи вот машины, как они едут, шары, чтобы их сажали. И на самом деле, знаете, очень важно, как мы и говорили ранее, как и нам говорили, очень важно выбирать компанию. Потому что мы смотрели, кто как взлетает. Некоторые долго взлетали, один вообще застрял, другой ударился об скалу. На самом деле, как суждено, так и будет. Мы все воля Всевышнего, но все равно... Уберечь себя не можно. Даже? Какой красивый шар, Саник, справа. Орел. Доброе утро, друзья. Просто посмотрите
Какая красота. Отсюда вид открывается. Еще прекраснее. Конечно, шары по-другому, но и отсюда не менее прекрасно. Покажи свои ресницы. Посмотрите. У тебя точно так же? Да, я просто себя не хочу показывать. Посмотрите, вот у него... Да, вот, посмотри. Да, он весь в песке, ну, как и я, как и мы всей нашей группой. Короче, мы останавливаемся среди вот таких достопримечательностей и дальше едем, катаемся. Я сначала не хотела садиться, потому что у меня не было настроения вообще по некоторым причинам. За программу, но Рамир сказал, сядь, чуть-чуть отключёшься, и на самом деле это очень отвлекает. Хорошо, что я села. Мне понравилось. Совет – брать с собой воду, брать с собой очки, но, по-моему, есть какие-то компании, которые выдают очки вместе с квадроциклами. Брать воду, очки и, по возможности, свою даже какую-нибудь повязочку или бандану, что-нибудь. Но можно еще приобрести. И одежду, которую не жалко, да ее постирать, в принципе. Одежда — это самое последнее, что нужно жалеть. Потому что я в сумочке Шанель здесь катаюсь. Посмотри в скалах, какие дома. Смотрите, какие в скалах дома. Следующая остановка — это кофейня. Закат и лошади. Ну что, мы уже взяли холодный кофе, очень жарко. Сейчас за нами приедет трансфер и отправимся в отель. Летим через Стамбул. Твои комментарии по поводу Каппадокии? Понравилось. Сейчас, секунду, я тебя перебью. Такой? Вот это везде. У нас это считается... Савери. Вот так. Говори. Понравилось Каппадокия? Понравилось. Да, кто любит такую сельскую атмосферу, кайф. Ну, вообще, типа, глушь. Ну, я бы не сказала, что глушь. Ну, такой спокойный вайб. Да. Нам повезло, что 3 дня, 3 из 3 здесь шары летали. Да, летали шары каждый день. Отель классный. Ой, вот тут название. Zara KV Hotel. Кстати, KV — это что было? Пещера. У них все отели называются KV Hotel. Это переводится пещера.
отель Пещерский Зара. Пещерный отель. В общем, надеюсь, вам понравился этот влог. Переходите на канал, там есть еще больше разных влогов с разных стран, с обычной рутинной жизни. Пишите, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели добавить. И у меня был шопинг. Ну-ка, покажи, Амир. Вот такой теперь у меня кейс. Да, как будто платье. Кейс на чемодан. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.